Народ, всем здорово. Попробуем какую-то игрушечку новенькую. Название, короче, читать неохота. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. It won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. But don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Это значит, например, сюда был отличной идеей. Мы разбогатеем. Ши, дорогая. Ну, ладно, тут разговоров до хрена. Шлюп. Эти труп. I should clean this from time to time. Сколько интересно, с одного человека тут фарша получится. По фарше всего. Рецепт. Друг. Что так? Это будет готово. Я хотел поторопиться сразу заготовок наделать. Вот тебе мясной пирог. Одежду сошьем.
открыть лавку. Первые клиенты. Это свежее. Только бегало недавно. Один фунт. Нормально. Ну, покупай себе одежду. За одежду, кстати, побольше дают. Мясо прям само пришло. Неси, чего стоишь-то? Секунду. This is a masterpiece. Нормально. Давай, вытирай. Что-то мало тут. Все долго они делают. Куда-то вот сами идут же. Не хочу убивать. Какой честный. All right. It's really warm. As fast as I can. Рецептом. Просто котлету можно сделать. Долго готовит она. И ушел недовольный. На этих еще хватит.
This is a masterpiece. Он уже там сделать, и я не успею. Он сейчас купит по-любому. Все. 6 из 6, все задание выполнил. Да, начинать не сложно. Нужно благоустроить, логично. Из того, что нам нужно сделать галовки, ну, сможем больше клиентов. Стейки, сосиски. Блин, 20 стоит. Получает дополнительно хрен. Бабинов папа пока нету. Мясорубка 20. Блин, ты еще дорого. Дура. Ладно, что есть, то есть. Сейчас заранее заготовку наделаем. Так, ты пока убери, сразу две одежды сделать надо. All right. Паша лежала. Разнокрошить до хрена. А сильное бабище-то. Пироги там вроде хорошо идут. Не, ну все, тут 3-1 у меня. Че я смотрел, 2 думал. Ничего не нужно. Тут просто будет. А вот здесь вот папа, я так понял, открывается будет. Угу. Его никто не знал, сам пошел.
Мэн, что так мало приносит? Одежда хорошо приносит, а это как-то не особо. Процесс пошел. Это вообще копейки стоит. Я тоже пирог сделаю. As fast as I can. В этом смысле последний клиент. Ничего нету? Давай, бегом. Нормально, 44 фунта заработал. Надеюсь, все клиенты остались довольны. Идем. Ну, его купить по инструменты на данный лавку. Так. Там замышляют. Прибыль занят 28 фунтов. Нормально. Так. Улучшение. А стейки не хватает. Ну, сосиски можно. Хватает рубка. Да блин, ну все, тут у меня уже ничего не хватает. Дополнительно. Заготовку одну сделаем. А, ну и все что ли? Не, погоди. 10 сосисок надо сделать. Mm.
Куда? Я что-то не пойму. Если вот как вот сосиску делают. As fast as I can. Baking time. Понятно, духовка занята. Посмотрим, как сосиску делают. Так, рецепт. Ладно, у меня этого нет, я просто сосиску могу делать. А не надо сюда его, сейчас надо труп-то кидать, сосиски лупить. Ну да. Жестко. Три сосиски с одного человека? Рекламу еще надо делать. Did you tell anyone about our departure? Silence. Let me read. God. Someone knows our secret. И что, не спалился? Так, что нам нужно написать? Ничего хорошего. Одни угрозы. Досмотр. Он нас знает. У нас есть поклонник. Это дом. Это у нас проблемы скорее богатым клиентом. Говорит о награде. Ну, короче, шантажируют. Блин, много текста-то. Короче, понятно. Давайте открываем лавку. Ну, еще сосисек сделаю этот. Пирогов сделаем. Про запас. Блин. Вот ведь там лежит. Схавали, блин. As fast as I can. Я быстрее закрываю.
Смотри, сколько сосиски там стоит. Сейчас долго стоит, ждать будет. Кстати, сейчас не знаю, что я приготовлю. А, не, хорошую штуку приготовил, наверное. Сколько стоит оно, интересно? О, уже нормально. Где ты, последний клиент? Ready to eat. Уже побольше даже заработал. Блин, не успел. Самое 20-28 улучшение. Оп, ты мне зачем пока? Блин, чуть-чуть не хватает. Сейчас скинем туда и сохраним на этом. А, только сосисочную кинем. Позитивная игра. Заготовку сейчас сделаю. Наверное, на этом мы остановимся. Позитивная игра. Очень. Ребята, давайте всем счастливо и приятного аппетита.